Вот что больше всего бесит в этой работе выездного мастера. Да, не только по газовым колонкам, кондиционерщики, холодильщики знают. Особенно вот зимой. То есть, блядь, вот рюкзак, чемодан. По большей части просто носишься вот со всеми этими чемоданами, с ящиками. То есть, будучи мастером на опыте, на саму работу, по сути, ты тратишь именно на саму работу времени так много. Поэтому многих удивляет, что там 20-30 минут или там час работы и там какие-то деньги. Больше всего занимает подготовка. То есть, по сути, я целыми днями куда-то мотаюсь. Еду, паркуюсь, ищу парковку, еду, приезжаю на адрес. Бывает, что за 30-40 минут делают ТО, потому что рука набита, инструмента нужного достаточно. С помощью каких-то инструментов я ускоряю эту работу. И после того, как я все сделаю, опять я куда-то еду. И, как правило, в 2-3 раза больше по времени, чем работаю. Еще это зима, снег, скользко, холодно, сыро. С большим удовольствием сидел бы в мастерской и ремонтировал газовые колонки в мастерской. В 3 раза дешевле, но зато никуда ехать не нужно. Но такие вещи в мастерские не возят. Газовые приборы ремонтируются на месте. Наверное, мастера, которые целыми днями сидят в мастерской и ковыряются, что-то делают, наверное, говорят: ой, с удовольствием куда-нибудь съездил бы. Как надоело сидеть на месте, гонять целый день чай. Как говорится, хорошо там, где нас нет.